В республике 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в истязании малолетнего сына. 18 сентября в правоохранительные органы Улухемского района поступило заявление от местной жительницы об истязании супруга малолетнего сына. По данному факту региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период с 14 по 18 сентября текущего года подозреваемый систематически наносил многочисленные удары по телу годовалого сына, затем поднимал его за волосы и швырял на пол. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле малолетнего потерпевшего выявлены многочисленные кровоподтеки различной степени давности. Кроме того, экспертиза выявила иные телесные повреждения, которые свидетельствуют о нанесении ему телесных повреждений. Свои действия подозреваемый объяснял тем, что ребенка необходимо правильно воспитывать. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.